Для современных изготовителей рамочных фасадов основными являются 4 момента. Это качество изготавливаемых деталей, повторяемость, надежность сборки и возможность станка осуществлять быстрые перенастройки на различные типы размеры. Всем этим критериям удовлетворяет станок MasterJoint A4 Pro, о котором я хочу вам рассказать. Этот станок осуществляет не только фрезеровку рамки фасадов, но и позволяет осуществить полную обработку фасада, включая фрезеровку филенки с криволинейной частью и обвязки с криволинейной поперечной, ответной части. Причем фрезерует он и фасадный профиль, и профиль филенки благодаря наличию 5-го фрезерного шпинделя, расположенного вертикально, с насадными фрезами. И все это контролируется системой с ЧПУ. Рабочий стол станка длиной 2,5 метра условно разделен на две зоны. В зоне 1 осуществляется фрезеровка фасадов на 45 градусов на шип и паз. А зона номер 2 служит для фрезеровки на французский рез и также всех остальных режимов. Все системы перенастройки и базировки заготовок на станке полностью автоматизированные. В зоне 1 у нас есть утапливаемые упоры для базировки под 45 градусов. В зоне 2 упоры для базировки под 90 градусов. Если нам требуется обработать длинную стоевую под французский рез, нафрезеровав в ней паз и, может быть, до 3 ставок импоста, мы можем просто убрать эти упоры в стол, а заготовка будет базироваться по серволинейке. Она полностью автоматическая. Все базирующие упоры закреплены на единой балке. Перемещение осуществляется посредством сервомоторов системы ЧПУ, не требует ручной перенастройки. Базировка длинной стоевой под пазы на французский рез и под вставки импост происходит также по серволинейке, полностью в автоматическом режиме. Линейка сама подъезжает на нужное расстояние, упоры опускаются. Вы базируете заготовку, нажимаете кнопку, начинается цикл обработки. Хочу заострить ваше внимание на 5-м фрезерном шпинделе. Все фрезы на нем дублированы. Одна фреза левого вращения, вторая фреза правого вращения. Это нужно для того, чтобы обеспечить абсолютную чистоту реза по массиву дерева. Мы исключаем полностью вырывы, сколы на обеих концах заготовки, потому что выхода как такового фрезы из дерева нет. Одна фреза заходит, подрезает чуть-чуть с этой стороны, вторая фреза заходит с обратной стороны и выполняет чистовую фрезеровку. На выходе мы получаем практически качество полированной древесины благодаря тому, что фрезы на станке устанавливаются алмазные. Ну а профиль может быть выбран любым в соответствии с чертежами заказчика. Кроме того, на станке возможно соединение разноширинных заготовок фрезеровкой на 45 градусов с отступом, изготовление, фрезеровка вставок и импост различной ширины, как на массиве, так и на МДФе, облицованном пленками ПВХ. Частота реза гарантируется второй конусной подрезной фрезой. Здесь у вас также нет выхода фрезы из материала. Традиционное уже соединение французский рез. Причем на этом станке шип может быть усилен дополнительно шкантами. Это позволит вам собирать царговые сборные филенчатые двери именно на этом станке. А теперь давайте рассмотрим конструктив исполнения станка. Это станок промышленного исполнения, предназначен для работы в двух и даже трех сменных режимах работы на производстве. Станина станка изготовлена из толстой стали толщиной до 20 мм. Вес станка составляет более 2,5 тонн. Это позволит ему без малейших вибраций на высоких скоростях производить фрезеровку фасадов. Направляющие станка – это призматические направляющие большого сечения, они дублированы. Причем фрезеровка происходит под направляющие на 5-осевых обрабатывающих центрах по металлу. То есть точность позиционирования у вас составляет меньше 0,1 мм. Все кабели уложены в защищенных кабель-каналах. Везде присутствует защита. Центральная система смазки. Все направляющие станка по всем осям осуществляются центральной системой смазки. Шпиндели промышленные с керамическими подшипниками изготовлены на этом же заводе, который производит станки. Шпиндели 2 по 5,5 кВт, 2 шпинделя по 3,7 и вертикальный 5-й шпиндель мощностью 10 кВт позволят производить обработку на высоких скоростях, на высоких оборотах с идеальным качеством получаемых изделий.
А теперь давайте посмотрим на начинку станка, на его электрокомпоненты, на то, что составляет основу для бесперебойной и надежной работы оборудования. На станке установлены частотники, каждый частотник на отдельный шпиндель. Система EtherCAT, система удаленного доступа с преобразователями. Центральная система смазки, о которой я уже говорил ранее. На станке также установлены электрокомпоненты ведущих мировых производителей. Это Schneider Electric, Fato, Jili и другие всемирно известные бренды. Все это обеспечивает бесперебойную и надежную работу электрокомпонентов станка. Двинемся дальше. Мозг станка – это немецкий компьютер Backup. Там прописана вся логика перемещений, и он обеспечивает, как вычислительный центр, все режимы работы и резания машины. Кроме того, на станке реализован блок подготовки воздуха, осушитель, масловлаговыдалитель и датчик давления воздуха, что обеспечивает безопасную работу всех узлов и компонентов. Если давление в системе низкое, станок просто не запустится. Таким образом, мы с вами смогли убедиться, что станок MasterJoint 2500 Pro соответствует всем критериям, требованиям современных производств рамочных фасадов. Он точен, выдает качество высшей категории на соединениях и на фрезеровках по массиву. Благодаря алмазным фрезам и системе ЧПУ он не ошибается. А перенастройка его занимает считанные секунды за счет того, что каждый профиль заносится в память программы. И это дает возможность переходить с разных фасадов по ширине и по длине без механических перенастроек. Система перенастраивает себя сама. Кроме того, он широко универсальный, позволяет делать все элементы фасада и работает как с МДФом в пленках ПВХ, так и с массивом. Абсолютно чисто. Производительность станка также на высоте. Таких простых рамок под 45 градусов на нем можно сделать до 350 в смену. Сложных фасадов делает 150-200. Это впечатляющие цифры. Ну а соотношение цена-качество делает этот станок поистине уникальным предложением на рынке на сегодняшний момент.